Всем привет, мы находимся в салоне связи Теле2. Меняем сим-карту, потом идем за мефом. Вот. Вот. У меня сейчас вот такое лицо. Я сел, чел. Я хочу это. Я получил. Опа. Гости. Гость. Я хочу быть таким дядькой в будущем. Я хочу ебать на все, да, что. И быть всегда в Теле 2. О, у меня будет такая девчоночка, я зову ее Алиска или Жанет. А как помидорка. Помидорка. О, нет, стерная армянка, мне не нравится. Мне не нравятся гаджеты, я против гаджетов. Короче, подписывайтесь на канал, здесь всегда говорят правду, берегите себя и своих близких. До свидания. С вами был Андрей Малах.